Участники международного конкурса «Магаданский хрусталь» вновь приехали в Магадан. Ледовые скульпторы прибыли в столицу Колымы из разных городов нашей страны. В первый же день для них провели экскурсию по достопримечательностям Магадана. Они посетили бухту Нагаева и сделали снимки на берегу моря возле мамонта и касатки. Также туристы побывали в парке «Маяк» и возле памятника Владимиру Высоцкому. Мастера-ледорезы рассказали нам, насколько они рады посетить Магадан. В искусстве, можно сказать, всю жизнь, с 2000 года. Наша команда приехала с Хабаровска. Виктор Пичуев и меня зовут Ирина Заславская. Много лет занимаемся и с удовольствием приехали в Магадан поделиться своими идеями, своими наработками. И с удовольствием поучаствуем в вашем прекрасном конкурсе «Магаданский хрусталь». И очень приятно, когда пригласили. 14-й международный конкурс «Магаданский хрусталь» стартовал сегодня. Мастера-ледорезы уже приступили к своим работам. Тема конкурса этого года – «Ледяная фантазия». Решением оргкомитета к участию в этом году приглашены 16 команд. В номинации «Мастер» – 13 и в номинации «Юный скульптор» – 3. Это представители Магадана, Республики Якутия, Белоруссии, Хабаровска, Санкт-Петербурга, Рязани, Свердловской и Московской областей. На день открытия конкурса участвуют 14 команд, 3 команды в номинации «Юный скульптор» и 11 команд в номинации «Мастер». На создание ледовых шедевров мастерам отведено 5 дней. Из ледяных холодных глыб скульпторы создадут хрустальную новогоднюю сказку. Она станет главным украшением нашего города, центром семейных прогулок и любимым местом для фотосессий. Меня вы все знаете, я искренне действительно рад вас всех видеть. Многие в первый раз откликнулись на наш призыв. И вчера, видя ваши фотографии, я вижу, что город тоже рад вашему прибытию и встретил вас в таком нарядном виде, торжественно. Я верю, что все пройдет гладко, без надрыва, что вы получите огромное удовольствие в работе. Вы умеете работать, вы хорошие мастера. И я надеюсь, что ваше пребывание, мы со своей стороны тоже постараемся, чтобы оно было для вас максимально приятным. На протяжении всех 14 лет проект «Магаданский хрусталь» координирует заместитель мэра Михаил Казетов. Он рассказал об истории Магадана художникам-скульпторам по льду и поприветствовал их на колымской земле. Кто добрался до Беларуси? Один человек. Вот я угадал, смотрю, девушка. Но вообще планировали больше, к сожалению, вот сегодня вот это связано с границами, и Китай тоже, они не смогли подъехать. Но я надеюсь, что все это поправится. Следующий год уже 15-й, юбилейный, мы будем проводить уже в полном формате с городами-побратимами и с нашими соседями ближайшими, Японии, Китай. Приятный бонус для гостей из других городов подготовил и Магаданский кинотеатр «Горняк». Они смогут воспользоваться этим подарком в любое свободное время. Мы хотим подарить вам каждому золотой билет. Что он дает? Вы можете в любое удобное для вас время посетить любой сеанс в нашем кинотеатре. Просто подходите на кассу, показываете золотой билет и получаете вход. Бесплатно, да. Это раз. Два. Билеты нам оплатил наш друг и спонсор кафе «Вокитоки». И на открытке, которая вложена там, да, напечатан специальный промокод. И при заказе еды вы получите еще дополнительную скидку 20%. Мелочь, а приятно. В завершении приветствия скульпторов-ледорезов на колымской земле им вручили памятные подарки. Теперь участники активно принимаются за создание в городе еще большей новогодней обстановки. По окончании конкурса жюри отметят лучшие работы и торжественно наградят победителей и участников конкурса 22 декабря в муниципальном центре культуры.